Попасть на прием к врачу узкой специальности или на обследование в самарские больницы и поликлиники – задача не из простых. Ожидание своей очереди порой растягивается не на месяцы, на годы. Надо, например, к нейропатологу. Это надо через попасть к терапевту, а терапевту уже значит, к завотделению. И завотделение общего врача еще пройти дает это, как говорится, уже талончики. Бывает, что и месяца, полтора, и два. УЗИ ждешь, рентген ждешь, все ждешь. Ну что это такое? Ну это вообще кошмар. Ирина Толгинская так и не смогла пройти полноценное обследование. Самарчанку мучают сильные головные боли, постоянно скачет давление. Но в этом случае, по мнению медиков, экстренная помощь не положена. Обратилась к врачу, к терапевту для того, чтобы пройти обследование полное. Ну, попросила МРТ, там еще что-то, потому что головные боли, там все, там мучили. Мне сказали, не раньше апреля, марта будут вот это вот. Придите еще раз, тогда мы вас запишем. Ну, в общем, долго приходится ждать. И, собственно, сразу предупреждаю даже в регистратуре, что узких специалистов придется ждать долго. Пробуем сами попасть на прием к кому-нибудь из узких специалистов через сайт поликлиники, которая расположена в центре Самары. Запись открыта только на ближайший месяц. И, как мы видим, талонов нет ни к лору, ни к окулисту, ни к аллергологу. И такая же ситуация с врачами, промедление с визитом к которым может стоить больному жизни. Нет ни одного свободного места ни у кардиолога, ни у онколога, ни у невролога. И все-таки попасть на прием без ожидания можно, за деньги. Принимают те же самые врачи. Визит к узкому специалисту обойдется минимум 800 рублей. Если он кандидат медицинских наук, то от 1200. УЗИ органов брюшной полости стоит 1500. Рентген, возьмем маммографию, 850. Стоимость самых дорогих и практически недоступных в рамках ОМС медицинских исследований, КТ и МРТ, варьируется от 3500 рублей в зависимости от зоны обследования. Финансирование увеличивается каждый год. Тем не менее, увеличивается платное оказание медицинской помощи. Это говорит прежде всего о том, что больницам выгодно ее оказывать. И по всей вероятности, врачам, оказывающим медицинскую помощь, от того, что он окажет ее платно или бесплатно, скорее всего, это тоже как-то влияет и на заработную плату, и на их доход. По данным Счетной палаты, объемы оказания бесплатной медицинской помощи в России снижаются. По результатам 2016-го услуг по полисам ОМС было оказано на 38 миллионов единиц меньше, чем годом ранее. В то же время тарифы на них растут. Это фиксированные расценки, определяющие, сколько в среднем получит российская больница или поликлиника из бюджета фонда ОМС за визит, диагностику и лечение каждого пациента. Так, за вызов скорой стали перечислять на 8% больше. Госпитализация подорожала на 25,5%. Паллиативная помощь почти на 40%. Примерный бюджет каждого лечебного учреждения рассчитывается в начале года. У нас есть госзадание. На госзадание выделяются деньги. Мы его исполняем, получаем эти деньги. Дается на год к любому лечебному учреждению определенные деньги. Их надо просто отработать, эти деньги. Вот и все. Если идет какая-то экстремальная ситуация, то определенно решает фонд, решает министерство, нужно там добавить или не нужно добавлять. На федеральные нормативы ориентируются и регионы, устанавливая у себя расценки на услуги по обязательному медицинскому страхованию. По данным, предоставленным областным территориальным фондом ОМС, тарифы увеличились на 4-5%. Так, например, каждая госпитализация в круглосуточный стационар подорожала до 24 с лишним тысяч рублей. Вызов скорой стоит 1800, обращение в поликлинику чуть больше 1000. В то же время бюджет территориального фонда вырос всего на 3%. Сейчас он составляет почти 29 миллиардов рублей. Но этого недостаточно и, по словам экспертов, приводит к тому, что снижается количество предоставляемых медицинских услуг. Это баланс, который устанавливается за счет фактически снижения доступности медицинских услуг. Проблема в том, чтобы добиться назначения на какое-то дорогое исследование для пациента. То есть получается, что вот эта неблагодарная задача, она стоит перед лечебным учреждением, перед главным врачом, спускается на уровень завотделения специалиста, как им вот эти средства, которые для них предназначены, как ими распорядиться. То есть они вынуждены ограничивать доступ к медицинским услугам. Есть же перечень бесплатной медицинской помощи, которая оказывается в рамках этой программы. И, как правило, пациент с этим перечнем не знаком. И, наверное,
медицинские учреждения в лице тех врачей, которые оказывают помощь, стараются скрывать истинную картину и переводить пациентов частично на платное оказание медицинской помощи. Сами медики по понятным причинам тему комментируют неохотно. Неофициально отмечают, больше всего тарифы повысились на услуги крупных клиник, оказывающих сложную технологичную и дорогостоящую помощь. Онкодиспансера, больницы имени Середавина, спеццентра и ряда других. И именно им достается большая часть бюджета фонда ОМС. Эксперты говорят, если расценки продолжат расти непропорционально увеличению финансирования, то ситуация с низкой доступностью бесплатной медицины будет лишь усугубляться. Добавим, если вы считаете, что ваши права нарушаются, следует обращаться с жалобой в свою страховую компанию или в Лигу защиты пациентов.